Богато обставленный кабинет у Ефремова. Мраморный камин, дорогие картины, бронзовая статуэтка Будды. На столиках вино в бокалах. У Ефремова собрались приятели. Упитанный и зализанный Коротков, элегантный Стахович и растрепанный после ночной попойки Буткевич. Тут же Федя Протасов. Друзья горячо спорят о достоинствах лошадей. Буткевич сидит за роялем, мешает спорящим. А я говорю, за флагом останется. «Ла Бель Буа» — это первая лошадь в Европе. Пари. Ходит лакей. Что ты? Госпожа приехала. Спрашивает Федора Васильевича. Какая? Дама? Не могу знать. Только настоящая дама. Федя, к тебе дама. Кто это? Не знает кто. Ну, проси. Постой, я сам посмотрю. Федя Протасов уходит в переднюю. Кто это к нему? О, наверное, Машка. Какая Машка? Цыганка Маша. Втюрилась в него. Как кошка влюблена. А, такая милая. И как поет. Прелесть. А надо, Танюша, как они вчера с Петром пели. Витейкий счастливец этот, а? Что его бабы любят. Бог с ними. Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества в них нет. Ну, не говори. Я их всех... за одну француженку отдам. Ну да ты известный эстет. Пойти посмотреть, кто это. Ефремов выходит в переднюю и тотчас возвращается. Господа, это не Маша. И принять ее негде, кроме как здесь. Пойдемте в бильярдную. Все уходят. Входит Протасов и Саша, сестра Лизы. Пойдем-ка сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как это ты? Да. Да. Федя, ты прости меня, если тебе неприятно, но ради бога, выслушай меня. Я слушаю тебя. Федя, вернись домой. Саша, милая, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал тоже. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни. Как мешать? Да разве Лиза может жить без тебя? Ты, Саша, милая, голубушка, да может, может, еще будет гораздо счастливее, чем... Никогда. Но это тебе кажется. Ну да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я не могу. Ну знаешь, вот толстая бумага. Перегибай ее так, эдак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь ее в 101-й раз, она и разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза, и ей так же, поверь. Нет. Ну, говоришь нет, а сама знаешь, что да. Нет, Федя, я могу только по себе судить. Ну вот если бы я была на ее месте, и ты бы мне отвечал то, что ты сейчас отвечаешь, это было бы ужасно для меня. Да, для тебя. Неужели все так и останется? Должно быть. Федя, вернись. Спасибо тебе.
милая Саша, всегда ты останешься для меня самым дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка, дай мне поцеловать тебя. Нет, я не прощаюсь с тобой. И не верю. И не хочу верить. Федя. Ну так слушай же. Только слово. То, что я сейчас тебе скажу, ты никому не скажешь. Ты даешь слово? Разумеется. Ну так слушай же. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, ты не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, я не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый друг ее, и мой тоже, и он любит ее, и она любит его. Нет. Любит? Как может любить только честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа? И она любит его и будет любить, когда препятствие вот это будет устранено. Я устраню его, и они будут счастливы. Федя, не говори так. Но ведь ты же знаешь, что это правда. Я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, не говори. И прощай, прощай. Федя, я восхищаюсь перед тобой. Прощай, прощай. Саша уходит. Протасов остается один. Да. Да. Чудесно. Прекрасно. И правда. И правда.